5 лучших свечей зажигания по расходу топлива. Если хотите узнать мое мнение, смотрим дальше. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Всем привет, меня зовут Виталий, и я хотел бы попросить вас подписаться на мой канал и поставить лайк, если тема вам будет сейчас интересна. Ведь я думаю, что свеча зажигания очень важная деталь любого автомобиля. Ведь она преобразует электрический ток, необходимый для воспламенения смеси воздуха и бензина, сжатой в камере сгорания. В нашем рынке свечей представлено несколько разновидностей типов свечей зажигания. И вы сами знаете, что одни хорошие, другие не очень. И если в вашем автомобиле установлено высококачественное свечи зажигания, то вы позволяете вашему автомобилю максимально эффективно расходовать топливо. И за счет этого получать максимальный эффект от вашего двигателя. Ведь свечи зажигания, которые не могут генерировать достаточно мощный электрический ток, либо приведет к снижению производительности вашего двигателя, либо вообще может довести его до ремонта. Ведь от неправильной работы свечи страдает ваш расход бензина, потому что камера сгорания потребует больше бензина для поддержания потребности двигателя в мощности, которую вы хотите из него выжать. И многие автомобилисты и попадаются именно в эту ловушку. Но я хочу вам посоветовать приобрести самые лучшие свечи зажигания для вашего автомобиля, по моему мнению. Ведь на рынках доступны множество разновидностей свечей зажигания. И если вы пойдете в ближайший сервис и попросите заменить свечи зажигания, то зачастую мало кто говорит, какие свечи зажигания будет устанавливать. По той причине, что если владелец не уточняет, что нужно поставить, ставят именно те свечи, которых можно заработать или которые плюс-минус подходят к вашему автомобилю. И после того, как вы узнаете о лучших свечах зажигания, то вы, приезжая на СТО, уже бы попросили установить нужные вам свечи зажигания. Предположительно, когда сами покупаете, то вы покупаете один из лучших свечей зажигания. Из-за того, большая часть автомобилистов, приезжая на сервис, приезжает уже со своими свечами зажигания, заранее проконсультируясь о их модификации, при этом сэкономя значительную часть их стоимости. И первое, что бы я хотел бы порекомендовать, это свечи зажигания NGK J-Power. Эти свечи зажигания из платинового материала, возможно, являются самые лучшие свечи за свои деньги. Ведь они предлагают отличную производительность с большой топливной экономичностью, что позволяет сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Сердечник центрального электрода там изготовлен из меди, а заземляющий электрод из никелевого сплава. И на таких свечах можно проездить от 50 до 80 тысяч километров. На второе место по свечам зажигания я бы поставил, по моему мнению, NGK Iridium. Ведь они являются высококачественными иридиевыми свечами и сделаны для авто, которые требуют более высокой производительности. Они предназначены для работы в гораздо широком диапазоне температур, чем у конкурентов, так как они поставляются с предварительным установленным правильным зазором. Но при этом вам нужно убедиться по руководству пользователя, какой зазор в свечах должен быть у вас, и подрегулировать их перед установкой. И ожидаемый срок службы таких свечей от 60 до 80 тысяч пробега. На третье место я бы поставил двойные платиновые свечи зажигания от фирмы Bosch. Они могут быть немного дороже других,
Но с Bosch Double Platinum вы обязательно получите то, за что платите. Есть много веских причин, по которым Bosch – это свечи зажигания, которые используются многими производителями автомобилей. Ведь благодаря сверхточной конструкции следует ожидать лучшее воспламенение, производительность и экономия топлива. И их 5-летняя гарантия тоже о чем говорит, а именно о их долгой сроке службы. И четвертый образец, который бы я хотел бы вам предложить, это свечи зажигания Denso Platina TT. Denso – это еще уважаемый бренд, когда речь идет о высококачественных свечах зажигания. В линейке свечей Denso TT Platinum предлагают двойной кончик с технологическим платиновым центральным электродом и с титановым усиленным заземляющим электродом. Зачастую после установки таких свечей вы получаете более быстрый запуск вашего автомобиля, лучшую экономию топлива и более быстрое ускорение. По сравнению с менее свечами, которые у вас есть в настоящее время. И пятый вариант, который бы я хотел бы вам порекомендовать, это платиновые свечи зажигания от бренда Motorcraft. И если у вас есть хороший мощный автомобиль, и вам будет сложно победить оригинальные свечи зажигания от бренда Motorcraft, ведь в конструкции установленный платиновый электрод, с помощью которого создается идеальное воспламенение, и многие после установки таких свечей говорят, что получают более тихую работу на холостом ходу и более быстрый запуск, чем был ранее, экономнее расход топлива и лучшую общую производительность двигателя. И по отзывам клиентов, которые говорят, что автомобиль выглядит как только купленный по своим приткости и функциональному расходу топлива в их двигателе. И так что весь перечень свечей, которые я вам рекомендую, можете смело ставить на свой автомобиль, если они вам подходят, и если вы доверяете моему мнению. Если нет, можете проконсультировать у других специалистов, но думаю, что плюс-минус по качеству выбранных свечей многие со мной согласятся. И всех, кто досмотрел видео до конца, попрошу поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И до новых встреч, и до нового видео. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.